Совесть пассажира – лучший контролер. Этот старый добрый принцип вспоминают в самарских трамваях. Бескондукторная система работала еще в советское время. С 58 по 90-е. Проезд можно было оплатить через специальную кассу или прибор – компостер. Он работал по принципу дырокола. Тянулся рычаг, и проезд оплачивался. Сегодня это новые валидаторы. Их можно оплатить через банковскую карту или льготный билет. Давайте попробуем. Проезд оплачен? Теперь пассажирам не нужно ждать, когда к ним подойдет кондуктор. Они сами могут оплатить проезд банковской или транспортной картами. Или просто приложить к устройству телефон. Валидатор пока работает в тестовом режиме, только на одном маршруте – трамвае номер 5. Сейчас вторая партия будет. Кондуктор Елена в профессии уже 5 лет. Говорит, она не боится, что валидаторы лишат ее работы. Скорее наоборот. Теперь она будет еще и контролер. Ну, проверять билеты. Наличие билетов. В конце пути или вы можете в середине? В середине, да. Как и было, он будет ходить в салон кондуктора, проверять. Давайте узнаем, как местные жители относятся к новому способу оплаты. Как в метро прикладывают, да? Да, и держим самое главное. И билетик забираем. Как вам новая система? Хорошо. Держимся. Удобно. Держимся. Удобно. Можно и карты, да? Я не так часто пользуюсь. Поэтому днем, но терминал удобен. Как вам новая система? Отлично. Очень удобно, да? Удобно, не надо ждать, не надо передавать. Для пассажиров, которые привыкли расплачиваться деньгами, остается наличная оплата и приветливый кондуктор. Добрый день. Оплачиваем через терминал, прикладываем карточку. Наличка. Новые валидаторы сделаны в Чехии. Для 8 самарских трамваев изготовили 76 приборов. Они установлены на каждом входе и выходе. Лента рассчитана на 300 билетов. Нет никаких турникетов, поэтому оплата будет производиться комфортно. Мы рассчитываем, что именно система валидаторов, она покажет себя наиболее удобной. Повышается также платежная дисциплина, потому что, опять же, каждая дверь оборудована. Каждый пассажир, заходя в салон, тут же имеет возможность оплатить. В салоне у нас присутствует кондуктор, сейчас мы на это тоже сознательно идем. В том числе он будет и пояснять людям, как работает эта система. Люди работу 100% не потеряют. Мне кажется, что для кондуктора это будут одни только плюсы, потому что в час пик, утренний, вечерний, достаточно много народу, тяжело пройти через состав, возникают какие-то скандалы, а сейчас любой человек спокойно может оплатить. В следующем году бескондукторную оплату планируют организовать на маршрутах трамваев номер 22 и 24, которые идут по одной из двух главных городских улиц – Новосадовой, и возят большое количество пассажиров. Валерия Куценко, Николай Сидоров. События.